Беларусь пережила аномально теплую зиму, и было очень много рассуждений о том, как изменения климата отразятся на сельском хозяйстве. Благо это или наоборот? Вот что можно сказать уже на данный момент, потому что рано или поздно коронавирус уйдет, а обед, как говорится, по расписанию. И готовы ли мы к климатическим даже катаклизмам и пересматривали структуру посевных площадей в связи вот с этими изменениями климата? Что касается этого года, должен сказать, что вот на сегодняшний день ситуация идеальная. Почему идеальная? Потому что при высоких температурах зимой шли дожди. При отсутствии снега и высоких температур у нас большой запас влаги в почве. Поэтому надо быстрее посеять ранние зерновые и закончить посевную кампанию. Тогда нам удастся в июле, может быть, в основном закончить уборку зерновых. Может быть, и других культур. То есть пока это идеально. И влаги хватает, и температура нормальная. Ну и вы видите, озимое, приятно посмотреть, все поля зеленые, гибели никакой, нет плесени, ни вымыкания, ни выпривания, и вымерзания нет посеву. Идеально. Просто сейчас надо организованно, дисциплинированно провести посевную кампанию, заготовить корма, уборку всех культур. Вот весь план.